Дорогие друзья, уважаемые подписчики, меня долгое время не было, я наконец-то вернулся и теперь с завидной регулярностью буду выпускать для вас видео на своем канале. Так что поехали! И сегодня у нас тема «Проверка застройщика и объекта». С вами юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Итак, чек-лист для проверки объекта строительства 2020 года. Первое. Что нужно проверить? Разрешение на строительство объекта. Нужно, чтобы сроки разрешения на строительство превышали сроки сдачи дома в эксплуатацию. Это как минимум. Второе. Проектная декларация. Здесь указаны сроки строительства, начало и когда будет окончание строительства. Третье. Свидетельство о праве собственности на земельный участок или договор аренды земельного участка. Обязательно смотрим срок аренды. Не пугайтесь, если земля в аренде, это нормально. Четвертое. ДДУ. Договор долевого участия. Должен соответствовать 214 федеральному закону. Пятое. Учредительные документы компании-застройщика. Свидетельство о регистрации. Свидетельство о постановке на налоговый учет. Шестое. Страхование гражданской ответственности застройщика. Требования от 1 января 2014 года. Седьмое. Проверяем финансовые документы. Отчет о положении финансовом результате застройщика, бухгалтерская документация, аудиторское заключение. Вы можете запросить все эти документы у застройщика. Или обратиться ко мне. Я проверю компанию и дам юридическое заключение со своими рекомендациями. Ссылки на мои соцсети вы найдете в описании под этим видео. Пока, друзья!